Продвигать национальную кухню посоветовал сегодня Рустам Миниханов на презентации первого ресторана национальной сети быстрого питания. Президент Татарстана продегустировал блюда и оценил интерьер. Национальная сеть уже представлена в Сургуте, Самаре, Ульяновске и Казахстане. 10 баллов достигли пробки в Казани из-за непогоды. Сегодня утром все главные дорожные артерии города практически стояли. На некоторых участках улиц скорость движения потока машин составляла 3-5 км в час. К обеду ситуация нормализовалась. Экстрасенсов и колдунов могут приравнять к мошенникам. Для этого добавят новую статью в Уголовный кодекс. При этом планируется запретить не само занятие, а попытки заработать на этом деньги.